Всем привет! Вы на территории Империи Зла. И сейчас давайте поговорим о главном выгодоприобретателе от осечки Зенита. От поражения Зенита. Знаете, кто это? Ни за что не догадаетесь. Футбольный клуб Ахмат. Футбольный клуб Ахмат. Благодаря поражению Зенита получил 3 очка и существенно улучшил свое положение середины турнирной таблицы. А что Спартак? Что ЦСКА? Спартак, великий, могучий, сыграл в героическую ничью в Сочи и подобрался на целое одно очко к Зениту. А ЦСКА вообще проиграл Нижнему Новгороду дома, блядь, 0-1. На самом деле, ты знаете, что означает? Что Витины капканы сработали. Даже несмотря на то, что она со мной поссорилась и конкретно Зенит отказалась поддерживать. Капканы на зверей она не снимала. Не поставила меня. Не позволила никому из Сочи вернуться в мою жизнь. Я за это хочу сказать огромнейшее спасибо.